Друзья, и вновь на связи пресс-центр retail.ru на выставке Prodexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я представляю компанию «Солнечные дары». Мы являемся производителями, производим семечки, жареные под брендом «Спецзаказ». Производство наше находится в Кемеровской области, в городе Прокопьевск. Производим мы семечку нашу уже давно, 11 лет. Нас знают на территории Кемеровской области очень широко. Мы представлены в розничных каналах, мы представлены в сетевых каналах, в таких как «Мария Ра», таких как «Лента». Ну, а сюда мы приехали для того, чтобы наш продукт узнали еще больше, для того, чтобы мы нашли новых партнеров. Ну и все стало у нас хорошо. Да. Вы на нашей выставке впервые или уже были на ней? Нет, на выставке мы не впервые. Мы и выставлялись, и гостями были выставки, то есть уже не впервые. И вы хотите, получается, показать федеральному ритейлу, кто вы, ваш продукт, и чтобы ваши партнерские отношения расширились уже на федеральном уровне, чтобы ваши семечки наконец-то были представлены вообще для всех покупателей нашей необъятной страны. Ну, конечно, конечно, как и любой производитель, мы мечтаем, чтобы у нас было как можно больше партнеров, чтобы ритейл узнавал нас больше и больше, чтобы было заключено больше контрактов федеральных. Именно с этой целью мы здесь на выставке. Расскажите, так как компания у вас много лет, как пережили пандемию, потому что есть какие-то продукты, спрос на которые упал сильно. Вот семечки – это тот продукт, который абсолютно не пострадал, даже вырос в потреблении в этот период или нет? Ну, а я думаю, что с семечками у нас маленько проще, чем у других производителей, потому что пандемия – это был такой период, когда люди сидели дома. А сидели дома, соответственно, больше щелкали семечки. Семечки, они вообще сближают. То есть у нас и видение такое, что потребитель приобретает семечки для того, чтобы семья собралась вместе, собралась за единым столом и как-то объединить за каким-то общим делом. Вот семечки, они помогают сблизить людей, помогают сблизить семьи. Вот, и наш продукт в период пандемии в продажах не упал. Семьи, объединяющие продукт, это замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы делаете такие вкусные. Они правда вкусные? Скажите. Ой, наши семечки очень вкусные. Мы сейчас после эфира угостим обязательно. Это самые лучшие, самые вкусные, самые чистые, самые крупные семечки. Ради этого этот вопрос я и задавал. Спасибо вам огромное. Желаю вам удачи на нашей выставке и надеюсь, до встречи в следующем году. Спасибо вам большое. Обязательно приедем.